Рядом со мной Венера Наталья, представитель журнала Very Well. Наталья, добрый вечер. Да, всем добрый вечер. Хочу дополнить, да, что я президент департамента культурно-массовых мероприятий в Альянсе народов мира, посол мира, и также представляю бренд Top Best Persona. И нашим генеральным информационным партнером является журнал Very Well. Расскажите, пожалуйста, про ваш журнал, что у вас интересного, в каком формате он выходит, где его можно приобрести. У нас очень много всего интересного. Он распространяется на Озон, на фэшн-мероприятиях, на церемониях награждения. И, в частности, хочу сказать, что 24 мая, вот уже совсем скоро, пройдет церемония награждения Top Best Persona, где примут участие специалисты из различных сфер. Это бизнес, культура, искусство, благотворительность, спорт, фэшн-индустрия. И церемония пройдет в стиле нетворкинг. Это очень, на самом деле, будет интересно, потому что как раз таки специалисты из различных сфер поделятся своими предложениями, как выйти вот из такой вот сложившейся непростой ситуации в мире. То есть предложения по международным отношениям, по импортозамещению, ну, собственно говоря, исходя из своей отрасли и специфики. И это очень интересно. А журнал, да, журнал будет публиковать вот специалистов из различных сфер. Также у нас есть передача, которая называется VIP-персона. И да, мы также приглашаем различных специалистов, чтобы рассказать историю своего успеха и вдохновить наших зрителей. Где состоится мероприятие, во сколько начало, где приобрести билеты? Мероприятие пройдет в живописной резиденции на Рублево-Успенском шоссе, куда мы всех приглашаем. А приобрести билеты можно написать в директ Top Best Persona в Instagram и либо на сайт www.best-persona.ru. С какой целью вы на сегодняшнем мероприятии? Ну, сегодня также вдохновиться идеями от различных экспертов. Мы не только мы вдохновляем, но мы тоже хотим получать некоторое какое-то вдохновение, смотреть на взгляды, послушать взгляды различных экспертов. Нам очень интересно. Супер. Какие у вас пожелания нашим зрителям? Ну, вы знаете, я вот сейчас, конечно, всем говорю, сохраняйте силу духа и не сидите на месте, а действуйте, да, все-таки, несмотря ни на что, несмотря на непростую ситуацию в мире, нужно действовать, нужно думать, нужно объединяться, общаться, и, конечно же, обязательно самые лучшие решения придут. Все, вам процветания, успехов, побольше интересных журналов. Спасибо, спасибо, очень приятно. Пока. Пока.